Я считаю, что ситуация назрела, потому что нашим ребятам надо и помочь, и те территории, которые освобождены, они не должны оставаться без нашего присмотра. Я вот так считаю. Мы, представители Коммунистической партии Российской Федерации, положительно относимся к частичной мобилизации, потому что мы прекрасно знаем, что если натовские вооруженные силы близко подошли к нашей границе, мы должны сохранить свой суверенитет экономический, политический и вообще мы должны быть самостоятельными. Запад Европы во главе с Соединенными Штатами Америки, они продолжают снабжать украинских нацистов и бандеровцев. Мы это прекрасно понимаем, что для будущего поколения мы должны обеспечить безопасность нашей страны. Как гражданин я поддерживаю мобилизацию, поскольку считаю, что защита своей родины – это святая обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Если человек подлежит призыву, так сказать, по мобилизации, я думаю, что он обязан исполнить этот долг. Вот сейчас мы обсуждали среди депутатов, надо прямо сказать, что, конечно, возраст наших депутатов достаточно большой, и не все подлежат призыву, но, в принципе, многие готовы.